Больше 2000 жителей севера края получат новое жилье. До сентября 2017 года квартиры предоставят тем, кто проживает в аварийных домах. Средства на это предусмотрены в региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилого фонда. Как сообщили пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства края, в северной группе районов расселению подлежит почти 37 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда. Отметим, что с 2013 года на севере новые квартиры уже получили 700 человек. Финансирование программы до 2017 года составляет почти 3 миллиарда рублей.